В округе ситуация с коронавирусом остается стабильно напряженной. К сожалению, есть и летальные случаи. Только 3 в Новом Уренгое за прошедшие сутки. В городе лечится 322 человека, среди них 3 детей. Подробнее о ситуации в стране и в округе смотрите в нашем сюжете. 178 новых случаев COVID-19, из них 11 среди вахтовых рабочих. Суточный прирост с большим отрывом снова пришелся на Новый Уренгой. Это 61 человек. В Муравленко новозаболевших 32, чуть меньше 28 человек с коронавирусом в Ноябрьске. 907 пациентов госпитализированы с COVID-19, 12 пациентов в тяжелом состоянии, 7 на ИВЛ. Оперштаб сообщает о 4 летальных случаях, 3 в Новом Уренгое и 1 в Пуровском районе. Самому молодому из них было 47 лет. 3 из пациентов старше 60 лет. Лабораторно подтвержденный коронавирус осложняли сопутствующие болезни. Число выздоровевших за сутки снова превысило число заболевших. К сегодняшнему дню на Ямале от коронавируса выздоровели уже почти 5000 человек. Первая российская вакцина от COVID-19 готова. Об этом заявил первый замминистра обороны Руслан Цаликов. Он подчеркнул, что все добровольцы после тестирования получили иммунитет к коронавирусу и на момент выписки чувствовали себя нормально. В России за сутки тем временем менее 6000 новых заражений. Мы продолжаем следить за ситуацией в стране и в округе. Лала Гасанова, телерадиокомпания «Сигма» для Нур-24.